Хрону де Проионтос, Арістонмен Апетхане, де Маретос де Есхетен Басилеїн. Спустя некоторое время Аристон умер, а Димарет взошел на царствование. Эде де Хосеойке, Анапауста, Геномена Таута, Катапаусай, де Маретон Тес. Басилеес, Диоти, Клеомени, Диаблетхе, Мегалус, Протеронте, Хо, Демаретос, Апагагонтен, Стратиен, Экс, Элеусинус, Хайде, Кайтоте, Эпо, Айгенетеон, Тус, Медисантас, Диабантос, Клеоменеус. Вот это вот. Простите, значит, вмешательство, но мы давно-давно прочитали. Или мы перечитываем? Да. Мы перечитываем. Мы перечитываем. Все. Ага. Да. Как кажется, нужно было, чтобы произошедшее она стала известна, так Таута чтобы Демарат лишился царствования. Демарат враждовал с Клеоменом, ну или, опять же, тут непонятно, он Диабалу либо враждовал с Клеоменом, либо он клеветал, да, на Клеомена. Протерон сначала в большой вражде или сильно клеветал. Сначала Демарет отвел войско из Элевсина, прежде Демарет отвел свое войско из Элевсина, а теперь, или после этого, Диабантус, как мы это переводили, сейчас. Он переправил тех из вот этих игинцев, которые перешли к медианам. Вроде так перевели. То есть это абсолютно сумма, да? То есть это Клеомен сделал, да? В абсолютусе, да. Да, видимо. То есть сначала Демарет Апагагон, а потом Клеоменус Диабантус. Или нет? Давайте, значит, по прошествии времени Аристон... Кстати, Дима, сегодня проходили, видите, да? Апетхана. Да-да. Умер, да?
а Димарет получил царство. И нужно было, как представляется, что вот это, ставшее известным, отстранило, как бы, да, получается, Димарета от царства. Угу. А здесь какая-то сложная мысль, которую мы обсуждали тогда. О том, что произошло раньше, что позже. Потому что ну да, мы, по-моему, говорили, что Протор он к Апагагон относится, что сначала он отвел войско, а потом Диаблетха к Леомене. То есть тут к чему Протор он относится? А, мы обсуждали, что тут диабол, а не клеветатель, что-то другое означает. А, да, я предложил, что он означает с дативом «быть во вражде», «враждовать». С Клеоменом, да? Да, с Клеоменом. Ну и Протор он здесь тоже, к чему отнести. Ну, здесь Протор он Т. Вполне возможно, что Протор он к Диаблетха относится, если Т воспринимать как разделительный, ну, как Кай. Mm. Да. Да. Вот. И мы еще обсуждали. А, ну мы еще обсуждали вот эпи агенетеон и решили, что это он Клеомен перевел медийцев которые ну, только он же за, он за медийцами переправлялся. Вернее, гейцев, которые перешли к медийцам. Да-да-да. Да. У Диамона есть значение переправлять? У какого слова? Диабайно. Да. Диабасис. Что такое диабасис? Это переправа через реку, вообще-то говоря, насколько я помню. Да, но обычно объекта обычно нет у этого глагола. Нет, там может быть объект, но действительно но в другом значении, в значении превосходить, то есть как бы повергнуть. Да, потому что мне просто кажется, здесь он сам перешел к медийцам, а не переправил их. Ну, чисто по грамматике. Нет, я тоже так думаю, а мы как перевели. Я вроде ну, по-моему, слышал, так и перевели, что он переправился за вот этими про-персидски ориентированными гражданами. Он их и забрал, собственно, потом, как заложников. Но здесь Диабантос к чему относится? К Тус Медисантос ведь? Или он Эпи Агенетеон Диабантос? Получается, здесь Диабайно
с... А может быть, и к тому относится Диабантус. То есть Клеомен, он переправился, он перешел к Эгинсам и поверг Мидиан. Ну вот тут Диабайн шестое значение превосходить, превышать. Ну, это полтах, это не очень хорошо. Ну, Диабантос к Клеомену относится. Я думаю, что мы, по-моему, так перевели, что это он переправился. Не, понятно, что это он переправился. А... Да, он там сделал с ними. Он их забрать хотел. Он хотел подавить этот проперсидские выступления на Эгине. Да, этих эгинцев хотел забрать. Да, он Эгинете, он как бы за этими... Эгинцами. Ну, и за эгинцами. Ну, за эгинцами в том смысле, что он хотел забрать. Ну, забрать, чтобы что делать с ним? Ну, он как заложников их забрал. Мы прочитали это там где-то в 70-е будет. А туз Мэдисон-тос еще к чему здесь? Чему оказать их? Я в прошлый раз предлагал... Да-да-да, я вспомнил. Агали, хороший вариант. Да-да-да. Перед аккузативом и к нему уже генитив. Партитивус, да. Партитивус, да. Да-да-да, точно. Да, да, право. То есть эпис, да, точно-точно. Да, вот так было, и поэтому тех медийцев, медийцев из эгинцев. Вот тут есть епитина. Ну, это какой-то Лукьян, это нехорошо. Не. Но опять же, этого нигде не написано. Ну, вот такая IP и пишется аккузативно, то как раз... Против. Ну, да. Да, то есть. Да. Против, да. Все сходится. Почему он тон не написал? Почему? Тон. Он вообще не пишет никогда так, да? Почему он тон не написал в атрибутивной позиции? Ну, забыл, может. Он так никогда не пишет, я что-то не обращал внимания. Нет, обычно там все нормально. Ну, хорошо, да, то есть он пошел, да. Кто дальше читает? Может, Максим, вы тогда дальше? Да. Гурмат хейсон, а починуст хей гокалменес, сюнтит хателев тихиде томенареус, ту агиус, и он чуекиестес аутес демарето, Эпоте эн аутон катастесе басилея антидимарето гэпсест хайгой эпайгенетес.
Значит, Клеомен, отправившись, чтобы я так понимаю, Сюнчитхатэй Апочинюстхэй вместе переводится как просто наказать? Нет, здесь Сюнчитхатэй Леутикхиде. Сюнчитхами сближаться. То есть он познакомился там, да? То есть, отправившись для мести, Клеомен сблизился с Леутикхидой. Ну, может быть, он заключил сделку какую-то? Ну, не понял, ну ладно, сблизился. Да. А почему инфинитив? Финалис. Целевой. Да, да. Все. Тогда, отправившись, чтобы наказать, Клеомен сблизился с Левтихидом, сыном Минария Святого. Который, видимо, был соседом, там уже Димарет Левтихит. Ну, не соседом, а того же рода. Тому же роду принадлежал. Что-что? Ну почему сразу соседу-то? Где слово сосед? Род, а не сосед. Семья. А, точно, точно. Я забываю это значение. Да, который был из того же рода, что и Димарет. Так, дальше мы читали? Да. А, да, дальше есть.
Не понимаю, к чему относятся обходы. Но остальное примерно, если бы он если бы он был установлен как царь вместо Димарета, на том условии, если. Что-то мне не клеится помогать. Он пошел бы на единицев. 18 значение. И пиздатив, 18 значение. То есть последнее. И Т, да, на том условии, если он его, видимо, поставит, это футуральный казус. То есть, получается, катастес – это аорист конъюнктива, да, получается. Если он его поставит царем вместо Демарета, то футуром гэпситой, от глагола «гэп», по-моему, то он последует за ним, гой, датив, на эгинцев. То есть он присоединится к нему в походе на, против эгинцев. Я так понимаю, так. Ты согласны? Да. Ну, а про инфинитив цели, видимо, действительно с глаголом сюнтитхами используется инфинитив цели. Потому что непонятно, как еще объяснить, почему он здесь для цели использовал инфинитив. Ну, потому что обычно там с дидоми там, он дал ему что-то для чего-то. Тут так необычно. То есть, еще раз, в чем тут мысль? Значит, он поможет ему бороться с эгинцами? Если тот его сделает царем. Не слишком велика плата. Но он его сделает царем в каком смысле? Этот Левтихит, он и так, как бы, он... получается, первый в очереди на царство. Соответственно, роль Клеомена только в интриге. Левтихит и так станет царем, если Демарата не будет. Так что нормальная плата. У Левтихида и так положение хорошее в этом смысле. Ну ладно. Так. Может, вы тогда прочитаете? Да, хорошо. Ходе Леотихидес энехтросто демарето малисто гигонос диапрегмата йонда. Пармасамено Леотихидео эперкалантен хилонос ту демармен от югатера.
ο δεμάρατας επιβολεύσας απαστερέει λεωτυχίδα του γάμου. Φτχάσας αυτός τεν πέρκαλον γαρπάσας, καϊσχόν γενέκο. Αλευτυχίτζε был врагом Демарата по большей части из-за следующей вещи. Значит, Левтихид, когда Левтихид был обручен с Перкалой Хилоновной, Ахилон, в свою очередь, сын как раз сына Демармена, дочерью Хилона Демарменовича, Демарат, замышляя, или, может быть, даже злоумышляя, чтобы лишить Левтихида супруги, сам опередил его в отношении Перкалы, захватив и заимев ее женой. Угу. Подожди, чья жена стала еще туплю? Демарат. Демарат сам взял жену. Отбил девушку у Левтихида. Это же внучка его. Да нет, это она внучка некого Демармена. Это другой какой-то человек. Но это тоже намек какой-то на инцест все равно. Демарат, Демарат. Придумали именно. Девайс. Дима, ну что, почитайте, а потом я в конце. Да. Като тутто менто Левтихиде ге эхтре эге эстон демаратон эге хоне тотте де эктес клеоменус протхимиес го Левтихидес кайтомнюте демаретто фас аутон ук икме икнеоменус басилеуен спартиетеон ук эонта пайда эристонос. Mm-hmm. Из-за этого, да, вражда у Левтихида появилась против Демаретта. Ну, вражда против Демаретта появилась у Левтихида. Ненависть к Демаретту. Когда Левтихид... Демаретто, это был у нас он обвинял под присягой при Клеомене Демаретто. Сказавший ему, или сказавший... Икнемена, это же плюралис. Что скажешь ему, что не что пришедшие из спартанцев править не есть дети Аристона. Угу. Метадоцен катамасин и диоке, она созданная кайнутепус. То и пэристон, то те годы гой экзенгеле, гой гетес пайда гиганене, гой де симбуламенос, тусменос апомос, фас ук геутумин эйны. Угу. После клятвы
Анасодзе, то есть он напомнил, наверное, да? Анасодзе. Повторил, напомнил. Напомнил то слово «экэйно то эпус». Он напомнил то слово. Как-то настойчивая идиока. Он настойчиво напомнил то слово, то, которое, да, которое Аристон сказал тогда, то-то, когда ему слуга сообщил, что родился ребенок. А он, да, он, Аристон, наверное, да? Сложив месяцы, поклялся, говоря, это что вот этот, это не мой, не его ребенок. Туто де эпибатеон ту урхэматос хо леутикхидес, апепхайнетон де маратон уте экс аристонос дегонота, уте хикнеменос басилеонтас партес. Тус эпхорус мартюрас парекоменос кейнос хои тоте тюнгханон паре дройте эонтес кай акусантес таута аристонос. Леутикхид, основываясь на этих словах, открыл, сообщил, что Демарет не сын Аристона, и вот хикнеуменус это точно не может быть наречием. Это наречие. А кто сказал, что это не наречие? Наречие, да? Да, недостойно, да, правит над спартанцами. Он пригласил как свидетелей, в качестве свидетелей тех эфоров, которые были с заседателями, да, которые, ну, паредрами вот этими, и слышали это от Аристона. Да, я там неправильно перевел. Что аутонук ихменес басилеуэн протеет. Ну да, меня это смутило. Да. Ну, он сказал, что, сказавшись, что он незаконно правит спартанцем. Да, спасибо. Да, давайте дальше. Спасибо, да, действительно. Каждый эон тон периаутон никеон эдуксе спартиетеси эперестхай то христерион то инделфиси эйаристонас эйя пайсхо демаритус. Наконец, да, Теос? Наконец. А когда были ссоры об этих вещах? Было решено спартанцами. Как вы думаете, оттенок у Аплатиуса? Абсолютус. Ой, Генетиус.
Что еще раз, извините? Какой оттенок? У кого? Абсолют. Смысл абсолют сколько? Причинный, временной, там, да, противительный. Ну, наверное, временной. И немного причинный, что-то в середине. А вы как думаете? Я ну, думаю, что вы правы, наверное. Что-то да, ближе к причинному и временному. Я просто не заметил ничего особенного в этом обороте. Я думаю, что поскольку разгорелись споры, то в конце концов решили. Увидим, чтобы остановить их. Я бы так перевел. Да, Телос относится к Эдуксу, да. Поэтому вынес Телос. Хорошо. Так вот, решили они, спартанцы, попросить Оракула в Дельфах на факт того, является ли Деморет сыном Аристона. Так, а Нойсто, кто читается? Я? Наверное, да. А Нойсто де геномено эк проной естес клеоменес эстен питхиен, энтаутха проспоеитай клеоменес кобена тон аристофанту, андра эндельфойси деностеланта мэгистен. Куде кобен? Периалан, тен промантин, анапейтхей, та клеоменес, эбулито, легистрей, легий. Значит, по умыслу Клеомена, аноистас, как мы переводили, вот это вот дело о рождении, что ли? Аноисто де геномено. Это представлено на суд. То есть, когда дело было представлено на суд. То есть, когда дело было представлено на суд Пифии из по умыслу Клеомена, значит, здесь Клеомен как бы договорился с Кобоном, сыном Аристофанта, и привлек на свою сторону его, который Кобона, дельфийского мужа, очень могущественного. А Кобон же пророчицу Периалу убедил, практически заставил Анапейтху, настоял на том, что чтобы она решила. Не, чтобы она сказала. Чтобы она сказала, что хотел Клемен.
чтобы было сказано. Легис хэрерин, да? То есть, кстати, формально это получается, чтобы убедил, чтобы она сказала... то есть периала, это логическое подлежащее, чтобы периала сказала... То, что хотел, чтобы она сказала Клемио. А внутри этого оборота, то есть это акузативский инфинитив, а внутри него это булум. А, внутри, нет, внутри еще один акузативский инфинитив. Точнее, или номинатив с конфинитива. Внутри номинатив с конфинитива. Номинатив с Клемента в номинативе же стоит. Да. Нет, это вводная конструкция его. Она убедила его сказать то, что Клемен хотел. Что бы она сказала. И, пропуск еще одного местоимения. То, что... Клемен хотел, чтобы это, еще одно какое-то тафта, да? Чтобы это было сказано в пассиве. Мне кажется, это номинативского инфинитива внутри акузативского инфинитива, наверное, так. Как вы думаете? А я хотел обратить внимание Дмитрия, да, на форму причастия геномена, видите? Аурисная основа, ну, то есть глагольная основа. Да, но это я уже запомнил слово, оно часто встречается. Да, запомним. Да. Она похожа, но она отличается. Да. Идем дальше тогда, да? Я читаю. Уто де гепютхие пейротот тон хеот пробон экрине ме эристонос эйнэй демаретон пайда юстеру менто и хроно анаписта эгенето таута кай кобон те эфюге эк тельфон кай периела ге промантис эпаусет хэ тэс тимэс. Таким образом, Пифия, когда спросили, у нас это было вот эти вот теопропосы, ну, которые пришли пророчествовать, которые пришли задавать вопрос, теопропы. Пифия, ну, рассудила, что Демарет не есть ребенок Аристона. Юстераменты. Но, тем не менее, через некоторое время Таута вот это вот все стало явным. Это все обнаружилось, да, стало известным. И Кабон убежала. Убежал из Дельф, и Периала, пророчица, потеряла свою честь, потеряла уважение. Я не знаю, как Аурис пассивно тут правильно перевести. Лишилась, может, Ну, лишилась, но мне нравится, лишилась. А тьмы ведь может означать еще и не только уважение, но и... Ну, репутация какая-то. Лицензия. А, или лицензия. Последнее значение, кстати, хорошее. 11-е. Она лишилась достоинства, сана, почетного звания, поста. Да, нормально. Угу. Давайте тогда я. Катамен де... Демарету тенкатапу синтез басили лиес гуто и генето эфига де демаретос экспартес эс медус эк тоюде онейдеос. Кстати, вот еще раз, Дима, да, ведь эфига, да? Эфига. Yeah. Глагольная основа опять, да? Так. Таким образом произошел. Нет, почему? Тут тенкатапаусин.
указать себе. А почему не в Доминосе? А, не-не, это кота. А что же, наверное, так, наверное, можно, да? А вот что же касается... Сейчас я уточню кота Паусе, но это как бы завершение, не свержение, не изложение. А вот что касается... Может кота означать, что касается... Кота. Ну, просто касательное. Касательное окончание, ну, правления Демарет. Седьмое значение. Да. В том, что касается. Это не, нет, седьмое – это цель. Почему седьмое? В отношении, касательно, по поводу. Это какой падеж, вы смотрите? Так, удатив, да. Удатив, да. Двенадцатое. Да. А вот касательно низложения Демарета, его низложения с трона, то это произошло вот так, Гутая Генета. Демарет сбежал из Спарты в Мидию вот от этого упрека, что ли, да? Онейдеос. То есть его обвинили. Так что? Экто юдет онейдеос. От позора, походу. Давайте я еще на маленько почитаю, что ли. Метады до посели, баселы и астен, катапаусин, катапаусин. Вот демаритос эрхе гаэтес архен. После низложения с трона Демарет начал, наверное, в Имперфекте править. Странно. Снова пройдя какие-то выборы, что ли? Снова выбранный на власть какой-то. Это хайреумы, конечно. Причем это именно пассивное. Выбранный начальником, вот, можно так сказать. И Питон Архен у Платона, а тут просто Архен. Архен. А, вот так вот. То есть он... А есть такая фигура этимологика, да, с арху? Что-то не встречал. Ну, арху. Видимо, вот это она и есть, да. Но он был выбран, Аркхен. Это же имперфект, то есть он, будучи выбранным, начал править тут на должности. Такое есть в дворецком даже, четвертое. Четвертый я нашел, да. Он начал занимать, он, будучи выбранным, по выбору, не по призволу своему же, да, а по выбору он начал занимать государственную должность. На понижение пошел. Угу. Так бывает, да. Эссен мэн де гюмнепайдиай, хэл мэну де ту демарету, хэл лютикхидес, гэгоносе де басилеус аутос антекейну. Пэмсастон храпунте, пигалутик такайластхэ, эйрототон демаретон хоккойонти эйето аркхэйн метату басилеу. Были гимнопедии, Демарет был зрителем
когда Демарет был зрителем на гимнопедиях, Леотихид уже вместо него стал царем. Он, отправив слуг для смеху, и вы в тот раз перевели троллинга, ну да, глумление, он спросил Демарета, каково это править после царства, ну, каково это быть вот на этой должности после должности царя. Да, спасибо. Дальше пойдем. Максим, пожалуйста. Годал весос то эпиротимте и пафасал тосмен афотерон де паперест кейнен де у тенментен эпиротисин таутен арксин лакедаймониусе эмориес какотитес эмориес эудаймониес. Тоже оскорбившись этим вопросом, как бы отвечая, сказал, что сам уже оба, имеется в виду положение, испробовал, а тот же нет. Не оба. И вопрос этот положит начало или ложит начало для спартанцев или тысячи бед, или тысячи счастливых моментов. Вроде да. Спасибо. Давайте. Та утоде эйпос, кай... Κατακαλεί ο ψάμενος εί εκ του θεέτρου, εστα χεω του αικία, αυτικα δε παρασκευσάμενος έτχε το διήμπουν. Θιούσες δε τεν μετέρα εκάλεσε. Сказав это и покрыв свою голову, он отправился из театра в свой дом. Немедленно приготовив, принес в жертву Богу быка и, принеся в жертву, вызвал свою мать. Апикомене де теометрии эсхейс эстас хейрас войтун спланхон катикетуле то я де легон ометерт он сетон те алон ката птоменос гитео кайту геркею диос туде фрасе мой тен алхеян тис мео эсти патер ортхолого. Ну, пришедший к матери. Пришедший к матери? Или... Ну, просто пришедшей матери. Не, а эстхейс. Это же из Титхена.
Ну, это он уже. Ну, он пришедший к пришедшей матери. Ну да, да. Ну, ну и... Которая пришла. Матери, которая пришла. Нет, почему он пришедший? Эйститхами он пришедшей матери передал. Нет, я говорю, матери, которая пришла. Да, мать, да. Ну да, ну да, да. Он матери, которая пришла. В руки. Причастие, да? Вложив. Вложив, да? Да. Да. Где, а где причастие? Аспанха. Нет. Нет, хейс. Есть хейс. Это а, это вложить. Вложив, ну, положив, я не знаю. А, все, я перепутал глагол. Все, да, вложив в руки спланху. Внутренность рук. Ну... Не, просто внутренности. Ну, что-то из внутренностей. Что-то из внутренностей умолял? Кстати, а где что-то? Ну, вот здесь пропущен, потому что хой относится к мэтри. Ну, да. Ну, это, видимо, та, тон, план. Я плохо понимаю значение этого. Говорящий такое. О, мать. А, да. Непонятно, почему было пропущено. Да. Угу. Может, это глагол так работает? Это критикитео. Да нет. Или эстхайс, эститхэм. Не знаю. Нет, а ну смысл какой? Он же в том абзаце жертву принес, да? И потом мать позвал. И теперь мать пришла, а он ей положил спланхнун, ну, куски мяса вот той жертвы. Ну, нет, понятно. Почему он в генитиве ей положил? Ну, потому что портитиус. Ну, потому что как бы подразумевается, что это вот уже известная вещь. Ну. То есть это бун имеется в виду, вот этот бус. А, все, я понял. Ну, приносящий да. В руках что-то из внутренности, да, и все, и этих быков, все, спасибо. И говорящий да. Следующее. Потом генитив-то все. Ну ладно, будет. Наверное, пропущена та все-таки. Та танцплан. Говорящий следующее, о мать, это, ну, клянущийся, ну, или просящий, а, призывающий свидетелей богов и других, и Зевса, Герки. Ну, это вот этого хранителя очага домашнего. Умоляю тебя сказать мне правду. Ну, кто есть мой отец ну, по-настоящему, да? По честному слову. Это какой, в какой функции у нас тут этого датива? От хлоба.
помню. Моди. Ну, Моди, наверное. Моди. Да, Моди. Так, все, я считаю, да? Лев Тюхидас, Менгареф, Энтоси, Нейкес, Легон, Кюиусен, Сейкту, Протеру, Андрос, Гутелт, Хэнпара, Аристен, Годи, Кайтон, Матайотерн, Логан, Легон, Трес, Паси, Сейлт, Хэнпара, Тон, Акетон, Акетеон, Тон, О, Но, Форбон, Кайме, Кейнуэн и Пайда. Левтихид, ведь дело ведь в том, что Левтихид сказал во время этих всех баталий, будто бы ты, что ты была беременна Тюиусом причастия от предыдущего мужа, таким образом беременная, ты пришла к Ристону. А те, кто говорят, в том числе еще более дикие какие-то слова, ну, излагать какую-то еще более дикую версию, что ты пришла, я не помню сейчас это новый формат, что ты пришла, что ты пришла от... в общем, дома нет. В общем, да, это погонщик ослов. Что ты и пришла от кого? От погонщика ослов. Пора относится к дативу. Ой, к заказативу. Пара к закузативам, что ты пришла ты пошла к кому? К загонщику ослов из числа слуг. И что, ну, что ты пошла, в смысле, что ты пошла и с ним переспала, наверное. И что я есть его сын. Да. Эгосе он метерхомай тон хеон и пейн тулитхес. Утегары пей пепое кас титон легуменон. Мунеде пепое кас метаполеонде. Хоте логус полос эн спарте хос аристони сперма пайдопойон укенен. Текейн гаран хой кайтас протерас кюнайкас. Я тебя прошу богами, во имя богов, сказать правду. Если действительно ты сделала то, о чем говорят, то сделала это не одна, а со многими. Молва в Спарте, что у семьи у Аристона не плодоносит, ведь иначе ему прежние жены давали бы потомство, рождали бы, или для него. Для него это хой? Да, хой. Это мы обсуждали, это возможно, да? Да, возможно, мы обсуждали, это может быть как потенциалисом, так и реалисом. То есть там два варианта есть, ан с инфинитивом, индикативом.
могли бы дать, да, ему потомство. Они могли бы родить, предыдущие жены могли бы ему, и даже и предыдущие могли бы ему дать. Но не дали. Хотя могли бы. Извините, а как вы переводите метаполеонда? Со многими. Ну что, видимо, многие женщины с вот этим пастухом спали. Пастухи раньше были. Кто дальше почитает про пастухов? Я дальше читаю. Хомун де Тойаута Элаке Хеде Амайбата Тойзде Гопай Эпейте Мелите Сематерхей Эйпентин Ритхейен Панес Катересате Тойотхерс. Значит, он ей сказал такие вещи, а она же ответила ему такими. Вот чем. О сын, поскольку ты приходишь ко мне с мольбой сказать правду, я тебе изложу всю истину. Как-то так. Я тут третье лицо Катерес. Вся будет высказана тебе истина, да? Это не я скажу, она будет высказана. Да. Тогда Талитхест, это номинатив должно быть среднего рода, да? Согласованный с пан. Да. Угу. И это угу. Вся правда будет тебе сказана. Это, видимо, с обидой сказано, да? Ты хотел знать правду? Ну вот, тебе подавись. Она же сейчас ему скажет полную чушь, я же помню. И она заранее его пугает, чтобы он не воспринимал чушь как чушь. Ладно, кто сейчас читает эту чушь женскую? Я. Хосме эгагита аистан эс хэвэту нюкситрита апотес протес элтхэ мой фасма эйдоминан аистани. Синеон Эдхен, Тетус Стефанус, Тосейхи, Эмой, Периатитхе. Значит, в
после того, как Аристон... Тогда, когда Аристон привел меня к себе на третью ночь, после первой, пришел ко мне призрак под видом Аристона. Он возлег со мной. И, значит, овил мою голову венками, которые имел с собой. Как это дальше? Кайтомен ой хоке хеке деметаталта ристон госдеме эйде эхусен Стефанус эротетис эйе мой годус эходе фамен кейнон ходе ук юпедекето. Кайтомен, ну этот, и вот этот призрак ушел. Пришел после этого Аристон. Он увидел меня, имеющую венки. Такой гость тут, не понимаю. Как только он увидел меня, имеющую венки, Эротал спросил, Дус. Типа суженый, что ли? Ну, это от Дидами, конечно, да? Ну, это от Дидами пишет Аорист. Причастие Аориста, да. Ну, это, получается, взявшее? Ну, откуда ты... Будешь ли ты мне дающая эти венки? Здесь субстантивация. Здесь тис, хо, дус. Кто давший? Кто давший? Все. Кто давший мне? Все, это не прямая речь. Кто давший мне эти венки есть? Почему субстантивация? То есть тот, кто мне это давший. Почему субстантивация? Ну, потому что хо, дус, ну, с артиклем. Причастие. Переводим, что это как бы личность, это давший человек. Кто даритель, да? Да. Мой даритель. Да, согласен. Я же читаю, да? Не, я еще не доперевел. Ответила им тому, что он не... Подъехал. Ну, он не принимает. Что он... Что не... Что он не, ну, не зачинает. Он не... Зачать ребенка. Ну, хюподекум – это соглашаться еще. Здесь два раза – де эго де и хо де. Я-то ему сказала, а он-то… Он не согласился. Ну, он не поверил. Я понял. Все. Дальше выехал. Спасибо. Эгоды, да? Эгоды катомнюмен, да? Это вы не читали, да? Фамен. Да.
Нафомен аутон у колос поиеин апарне оменон. Олег Гугарти протерон элтхон такай сюне элтхента дунемой ту Стефанос. Я же повелась, говоря, что он, отрицая это, ведет себя некрасиво. Ведь совсем-совсем недавно он пришел и, переспав со мной, дал мне эти веночки. Так что. Ореон де ме катомнюменен хо аристон эматхе хостхейонеи то прагну. Кай тутомен хой степханой эпханесан эонтес эк ту хероиу ту паратеси тюроситеси аулееси хидрюмену ту калеуси астробаку. Туту де хой мантес тон аутон тутон хероа ан аэреон эйной. Увидев меня клянущуюся, Аристон осознал, насколько божественно это дело. И венки оказались из героиона около внешних дверей, да, из героиона, который около дверей внешних получается. Которое святилище, которое называют Астробак, Астробака, святилище Астробака. И эти прорицатели, прорицатели возвестили, что это что тот самый это герой. Да, давайте. Я сейчас думаю. Да. Гуто пай эхис пан посунти кай болей пютхэстхэ. Эгар экто хэрос туту гэгонас кай той патерести астрабакос у хэрос э аристон энгар света ник нюкти тауте анэрэлвы. Таким образом, дитя, ты имеешь все, что ты хочешь знать. Ведь или от этого героя ты рожден, и отец твой Астравакус герой, или Аристон. Ведь в ту ночь я понесла, забеременела.
сейчас. Зачем? ТДС Малиста Катаптонтай Хоэхтрой Легнетас Хос Аутос Хо Ариста. Вот Ауто Сю Энгелтхес Гегенеменас Палон Акуонтон У ФСЕ Се Хауту Эйней Тон Хронангар Туз Дека Менас Удеко Эксекей Андрея тон таютан кейнас тута аперхипсе то эпос. Значит, а как бы враги тому, что больше всего как бы нападают. А что касается того, что больше всего используют для нападения на себя враги, говорящие, что Аристон сам, когда... когда ему принесли весть, что ты родился, при многих слышавших это не признал тебя своим. Сказав, что время... 10 месяцев еще не как бы не истекло, он эти слова бросил, по своему неведению, по неведению или по легкомысленности в делах такого характера. Своему неведению в делах такого характера. А неведение — это Айдрей, да? Да. А что это точное слово? Что-то не помню такого. Айдрея, какое-то это ионическое слово. Но есть, оно есть в этом словаре по неведению. Оно гомеровско-гесиодовское такое. Оно тоида, да? Наверное, тоида. А вы говорите, что он гомеровский, да? Да, посмотрите в этом Дворецком ссылки на Гомера, Гесиода и Геродота. Ну ладно, и тут нету. Ну ладно, бог с ним. Да, сейчас кто? Я. Тикто сигар гюнайкес кай энеамена, кай хептамена... Кай у пасе дека менас актуэлесасай эходесе опай эптамменон этекон эгно декай аутос гуаристан умета полон хронон гос анае то эпос экбалуй тутто. Что-то она ему прям затирает. Ведь женщины рождают и 9-месячных, и 7-месячных. Не все 10 месяцев ему проходят, ну и проходящие. А что это за часть речи, когда или сенсей? Партитивы, спичасти. Угу, да. Ясно. Я же тебя, о ребенок, родила
семимесячным. И сам Аристон знает, узнал, или он скорее понял, да, через, ну, через небольшое время, видимо, как оно, как, ну, безрассудно, ну, неразумно, слова вот такие, слово вот такое было бросать. Произносить. Угу. Тогда логус, да, получается, логус. Давайте, наверное, на сегодня на этом закончим, я что-то засыпаю. Мы полтора часа, да? Логус деалус перигенесиус теоту медекио. Тогда алетхеста тапан так экос. Эгде он форбон ауто, де леутихиде кайтоси тату легусин тиктоин, гайгюнайк и спайдас. О, кстати, вот эта форма сегодня у нас была, помните, Дима, да? Оин. Оптативно. Ты не принимай прочих слов, то есть ты их не воспринимай, наверное, по поводу собственного рождения. Ведь все самое истина на этот счет, да? Все, панта. Ты сейчас выслушал. Это перфект. Говорят. Пусть говорят, да? Пусть девушки говорят, что они рождают. Нет, они говорят... Нет, подождите. Сейчас разберусь. То есть и от этих самых погонщиков ослов и леутихиду и вот этим вот каким-то там, да? Это же причастие. А от погонщика этого вонючего ослов, Левтихиду, и тем, которые Тавта Легусин, вот это говорящим, пусть эти девочки, пусть женщины и рожают детей. То есть тем, кто распускает такие слухи, пусть женщины и рожают детей, для Стихиду и Трой и прочим. От кого? От погонщика ослов. От погонщиков ослов. Точнее, Ауто относится к Левтихиду. И самому Левтихиду, и тем, кто говорит вот это вот. То есть, запутался. И самому Левтихиду, и тем, кто вот это говорит, пусть женщины и рожают детей от этих погонщиков ослов.